Привет, друзья! У меня очень много старых видео, которые мы делали с Артиком, но по какой-то причине я их так и не сделал. Вот сейчас обнаружил, как мы совсем еще крохотным Артиком ходили в лес смотреть белок. Это его было первое знакомство с белками. Белки это больше, чем он. Да, что-то еще не очень похоже на боевую стойку охотничьего кота, а? А вы что думаете? Мне кажется, он больше боится, чтобы его самого не схватили. У нас рядом с домом полулес, полупарк, и там очень много белок. И они на самом деле никого не боятся. А уж таких маленьких котят в особенности. Вообще белочки, конечно, больше всего любят орешки. Ну и печенье овсяное им тоже очень нравится. Вот они шмыгают тут во все стороны. Причем, что интересно, вот на голубей вообще кот не обращает внимания, неинтересно ему. А вот с белочками он бы побегал на перегонки, да, наверное, и цапнул бы. Здесь Артику чуть больше месяца. Вот белки не знают, что из этого малыша вырастет опаснейший хищник. Он сейчас уже проявляет интерес к этим белкам. Мы печенье взяли овсяного, белочек прикармливать. Видите, на халюге, ничего не боятся. Рядом с котом что-то у меня из руки выдирают. Все, душа охотника не выдержала. Пошел посмотреть, кто же ты там бегает. Может, все-таки можно поймать. А сам ты еще неуклюжий, еле ходит, а? Ну, говорю, чуть больше месяца ему здесь. Ну вот, Артюха уже заинтересовался, пошел посмотреть, кто это там бегает. Как бы его самого эти белки не поймали, не утащили в дупло. Ну, Артику явно здесь интересно. Он прямо чувствует себя маленьким охотником в джунглях. Ну, белку, конечно, ему никогда не поймать. Белки очень шустрые, но все равно пусть посмотрит, полюбуется. Они вот ничего не боятся. Видите, на заднем плане. Кот ходит, охотник, а она свои припасы в землю закапывает. Вот сзади, за котом. Белочка, иди к нам сюда. Иди сюда к нам. Вот когда-то у нас такой был с ним поход в лес. Побродил немножко и скорее ко мне. Мало ли что. Это был первый поход. Потом мы с ним еще неоднократно ходили, белок смотрели. Видите, тут он уже прямо целит белку поймать. Друзья, если вам интересно новое видео из старых заготовок, то я вам сделаю, как мы с Артиком еще на охоту ходили. Друзья, вы в курсе, что следующий год по восточному календарю будет не только годом белого кролика, но и годом белого кота? И мы готовим разнообразные сувениры к Новому году. Подробнее вся информация в группе ВКонтакте и в группе Одноклассники. Под видео ссылочка. До новых встреч, друзья!